всем, с вами Диана. Это умыться, всякое такое, заплести и позавтракать. Как вы видите, я уже одета, ну, расчесалась, умылась. Теперь я включаю компьютер, ну, чтобы ВК можно было посетить на Ютубе и посмотреть сериал, который я сейчас смотрю. Вот я сделала себе чай. Солодец горячий. Да. Я его сделала себе с лимончиком, потому что я обожаю чай с лимончиком. Привкус вкуснее делать. Не знаю, видите, да. Так вот. Ну, что я вам еще рассказать, я даже не знаю. Сейчас я, может, буду рекодировать видео. Удивлять в эту паузу. Так вот, я сделала так мини-макияж себе. Тональником намазалась, но оно не видно. Губы забыла. Ну, мне просто щипят. Не могу. Я синтетично накрасила. Короче, так вот. Ну-ка, давайте я сейчас буду сериальчик смотреть. Пока. Еще раз привет. Я сейчас собираюсь помыть губы, потому что у меня все влаги, ну, лаки для волос и жирные. Так что я сейчас помою, пойду помою голову, высушу ее, потом как переоденусь, позову свою подругу, и мы пойдем с ней гулять. Может, даже это... Ну, она будет меня фотографировать, забыла, как называется. Так что, Анька, как вы видите, я уже переоделась. Осталось только штаны переодеть, потому что мои штаны сейчас сохнут. Они мокрые чуть-чуть там, а надо им подсохнуть. Я уже голову помыла, она высохла, только чуть-чуть сыровато, так я сейчас посижу дома, а потом пойду уже. И, кстати, я не гуляю сейчас, потом как пойду, а пойду к своей тете, я ей обещала к ней пойти. И сегодня забыла, недавно только вспомнила. Но подруге я еще, слава богу, не звонила, не предупреждала, что, типа, хочу погулять с ней. Так что потом после тети Оли, когда буду идти, ну, Оля, моя тетя зовут, когда после нее буду идти, позвоню своей подруге, спрошу себя, если пойдет гулять, то если нет, то ну, ладненько. Пойдет, так не пойдет, позову других, может. Короче, так вот. Ой, прическа у меня какая-то, не знаю, мама меня постригла. Мама. Лестничка как-то получилась так прикольная. Ну, челку жалко я постригла, потому что она некрасивая. Ну ладно, бок мой нормально. Но когда она так оп, как-то, не знаю, может, фотку вам выложу или что. Увидите, короче, у меня ВК ссылку, ВК вам скину. И посмотрите, там как будет это моя прическа. Короче, ладненько, давайте буду я собираться. Я уже иду к своей тете Оле, я уже сходила в магазин, купила вкусняшку. И сейчас иду в гости. Я иду по парку нашему. Такой стадион, там турники. Сзади меня, с другой стороны турники. Турников много. Так вот. А, кстати, я умею 5 подсчетов. Я мэн. Ладно. Так, вот голосе челку первый раз так. Не знаю, идет или не идет. Если идет, то ставьте. Точнее, пишите комментарии вниз там. И скажите, идет она мне или нет. Потому что я хочу знать, идет или нет. Так вот. В парке никого нету, я одна иду. И наша так, где-то сейчас идет маленький снег, маленький. Вот, еле заметишь. Вообще маленький. Ну что, сейчас 8 часов вечера почти, и я собираюсь играть с Валей. Только 8 часов начала гулять с ней. Кстати, вон она там где-то. Вон она. Маленькая, давайте я пойду с ней гулять. Пока.